Давным-давно, на заре времен, вся Европа была покрыта лесами. На верхушках крон, ветвях, в траве и у корней везде кипела жизнь. Все были взаимосвязаны друг с другом и жили в разнообразии и равновесии. Но 10 тысяч лет назад все изменилось. Произошла самая великая революция в истории Земли. Первобытные люди научились выращивать урожай и разводить животных. Теперь их жизнь определяла не удачная охота, а удобное пастбище, не выкопанные коренья, а возделанное поле. С тех пор на сплошном зеленом одеяле лесов, в которые был укутан континент, стали все чаще появляться заплатки. А к первому тысячелетию нашей эры вместо непроходимых чащоб Европу покрывали ровные квадраты пашни. Осколки древнего реликтового леса становились все меньше и встречались все реже и реже. Реликтовый лес – тип древнего девственного леса, не затронутого человеческой деятельностью. Характеризуется наличием крупных, живых и отмерших деревьев, повышенной затененностью и несколькими горизонтальными уровнями вегетации. Первобытный лес является единственной средой обитания для многих редких и исчезающих видов растений и животных. Позже, спохватившись, люди начали высаживать новые деревья. Однако искусственные насаждения веками не могли вернуть себе былое разнообразие. Беловежская пуща – это самый крупный фрагмент древнего европейского леса, который сохранился до наших дней. Кроме очевидного величия и красоты, у естественных лесов есть главное отличие. Оно не бросается в глаза и на первый взгляд может даже показаться минусом. Это трухлявые стволы. Упавшие десятки лет назад, они продолжают лежать, пока окончательно не врастут в землю. На самом деле, именно они и являются топливом для биологического разнообразия реликтовых лесов. Дятлы на умершем дереве могут питаться еще не один десяток лет даже. Вот, допустим, если дуб умирает или какая-то старая сосна, любое растение в итоге оно по-любому погибнет, да, то оно еще десятки лет служит кормом для этих видов. И на разной стадии разложения древесины оно заселяется различными насекомыми и разным видам дает, собственно, пропитание. Огромное разнообразие пернатых, а их в Беловежской пуще более 250 видов, живет именно за счет старых коряк и замшелых стволов. Птицы, в свою очередь, позволяют увеличиваться популяции мелких хищников. Количество насекомых в пуще составляет 8500 видов, и большинство из них питаются мертвой древесиной. Невидимая глазу микрофлора и микрофауна, которая также живет в деревьях, даже не поддается подсчету. То, что в Беловежской пуще происходили естественные процессы, мертвая древесина оставалась в лесу, это позволяло сохраняться вот этому большому количеству разнообразия видового. Проводились сравнения, и они нашли, что здесь, в Беловежской пуще, срок разложения мертвой древесины меньше, то есть она более интенсивно разлагается. За счет того, что микрофлора сохранилась здесь или присутствует здесь как бы, в большем количестве, чем в других лесах. Ну и плюс за счет того, что все-таки мертвой древесины много на земле, формируется особый микроклимат, более влажный, и в этих условиях древесина разрушается быстрее. Поэтому даже такие исследования есть и такие результаты есть, которые подтверждают как раз то, что лес именно живет немножко особенной жизнью, чем другие леса. Настоящие сокровища реликтового леса незаметны для глаза, а иные просто невидимы. Если бы земля Беловежской пущи вдруг стала прозрачной, то мы смогли бы заметить, что в этом удивительном месте сохранилась не только природа, но и артефакты культуры прошедших эпох. Несколько тысячелетий назад в Беловежской пуще произошел катастрофический разлив реки Лесная. Оружие, утварь и инструменты были почти мгновенно погребены под слоем ила. Это место превратилось в первобытные Помпеи, и десятки веков неподвижно ожидало своих первооткрывателей, пока группа археологов не начала раскопки в 175-м квадрате Беловежской пущи.
памятник чистейший, уникальный. Замечательным тем, что мы нашли там место мастера по обработке кремния, причем не только вот отработанный материал, но и заготовки, которые он еще отложил в сторону, но еще не смог обработать вместе с рабочими материалами, с отбойниками, но по какой-то причине он не смог туда вернуться. В результате все это осталось, и вот мы выкопали. На площади в 10 квадратных метров найдено почти 3000 артефактов. По орудиям труда, которые остались нетронутыми, археологи воссоздали картину быта первобытных жителей Беловежской пущи. Группа в 15-20 человек жила на берегу ручья. Они занимались строительством, рыболовством, но основное пропитание добывали благодаря охоте. Мы попали, есть такая гипотеза рабочая, на место разделки туш, потому что материалов как таковых очень мало. Слоя нету никаких объектов, но большое количество сломанных наконечников стрел. Наконечники стрел сломанные могли только возникнуть, когда они попали куда-то, скорее всего, в тушу. И, вероятно, когда их тут разделывали, их просто как уже за ненадобностью выкидывали. Скорее всего, чтобы просто не загрязнять вот это основное свое место жительства, они переносили за ручей, там разделывали туши, если надо было, мыли в воде. Эта древняя стоянка далеко не единственный археологический памятник, обнаруженный в Беловежской пуще. Практически во все времена заповедный лес привлекал к себе людей, и наши предки оставили здесь такое количество орудий труда и предметов быта, что археологам остается лишь удивленно разводить руками. Только возле деревни Каменюки на лето 2016 года открыто 19 человеческих поселений разных эпох. Всего на территории Беловежской пущи обнаружено более 50 археологических памятников. Они охватывают временной интервал от 10-го тысячелетия до нашей эры, то есть эпохи мезолита, до раннего средневековья. Такое количество удачных раскопов в пуще объясняется не только уникальностью этих мест, но и использованием новых технологий поиска. Изучая подробные снимки со спутника, сделанные в определенное время, археологи могут заметить следы человеческого пребывания даже спустя тысячелетия. Дело в том, что люди своей жизнедеятельностью изменяют почву. Они сносят к своему жилищу камни, железо, и земля начинает иначе распределять влагу. В результате ученые могут определить перспективные места для раскопок по весеннему рельефу, окраске летних растений и десяткам других едва заметных признаков. Таким образом, благодаря так называемой космической археологии, в Беловежской пуще на территории всего в 13 гектаров были обнаружены древние поселения, отражающие практически всю эволюцию быта и культуры человека. На стоянке эпохи мезолита выбивали из кремния наконечники для стрел. В неолитическом поселении плели циновки из лозы и выдалбливали лодки каменным топором. В бронзовом веке здесь использовали каменную плавильную печь и примитивный ткацкий станок. Во времена раннего железного века местные жители уже строили полноценные дома с хозяйственными постройками. А во втором веке нашей эры здесь поселились древние германцы, которые с легкостью плавили железо в доменной сыродутной печи. В эпоху раннего средневековья в Беловежской пуще уже жили славяне. Они изготавливали горшки с помощью гончарного круга и занимались ремесленничеством. Итак, Беловежская пуща, известная на весь мир благодаря огромному количеству редких животных и растений, оказалась также сокровищницей исторических артефактов. Учитывая такое поразительное разнообразие, на территории заповедника было решено создать новый музей. В планах разработчиков – археологические раскопы под открытым небом, историческая реконструкция и элементы живой истории. В музее запланировано создание 7 стоянок, отражающих разные эпохи, а также так называемый «домик археолога». В нем посетители смогут почувствовать себя в роли ученых, раскапывая артефакты и расшифровывая их значение. И главная изюминка будущего музея – площадки, где можно будет самому попробовать сделать каменный наконечник для стрелы,
добыть огонь с помощью трения, слепить горшок по технологии позднего неолита и так далее. Уже сейчас сотрудники музея разрабатывают программу для будущих первобытных мастер-классов. Почему же наш далекий предок выбрал именно кремень? Ну, потому что, во-первых, это довольно прочный, но, тем не менее, в свою очередь, и хрупкий, очень хорошо колющийся материал. Выберите каждый для себя какой-то камушек кремний, возьмите его в левую руку опустите, и вторым камнем мы ударяем по кремню. И так бьем. У тебя раскололся. Вот давай теперь посмотрим, что у тебя получилось. Обрати внимание. Смотрим на камушек. Видишь, уже какой-то скол появился. Уже этим сколом мы можем что-нибудь разрезать. Правильно? Можем? Да. Как ты думаешь? Волосы, шкуру, да? Либо еще что-то. Теперь давай сравним вот этот скол с древним предметом, настоящим наконечником стрел, который нашли археологи в земле 7000 лет назад. Вот этот предмет, который чем-то похож на твой, скажи? Да. Чуть-чуть похож, правда? Его вставляли в дерево, обматывали жилами и таким образом охотились на животных для того, чтобы добывать еду и прокормить свою семью. Последний реликтовый лес Европы – осколок времен, когда земля представляла собой лесное царство. Многовековые деревья уходят корнями глубоко в почву, пронизывая песок, глину, огибая валуны, кремниевые нуклеусы, каменные наконечники копий, питаясь золой первобытных, давно потухших костров. Возможно, только они и знают, сколько еще удивительных находок хранит в себе земля заповедного леса Беларуси.